Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Начинаем новую стройку и будем делать КАМАЗ-5350 Мустанг от фирмы «Звезда». Сейчас достану литнички и сборку начнем с кабины. Сборку специально решил начать с кабины, так как у меня ждут окраски два «Урала», «Мерседес-Бенц» от фирмы «СМ». И хочу собрать побыстрее кабину от КАМАЗа, чтобы сразу все покрасить вместе. Кабина КАМАЗа у нас всего лишь на двух страничках инструкции, поэтому я думаю, она довольно быстро соберется. Собирать, конечно же, буду так, чтобы можно было удобно покрасить кабину. Но, как мне сказали, что кабина очень хорошо собирается. И потом ее удобно очень разбирать, красить. То есть очень хорошая стыковка. Ну вот соберем, посмотрим. И я поделюсь своим мнением, своими впечатлениями. Сейчас все аккуратненько срежу, зачищу и приступим к сборке.
собрал, друзья, кабину. Сразу хочу сказать, впечатления о КамАЗе очень положительные. Реально, зачищается пластик супер, срезается отлично. Все становится на свои места без каких-либо проблем. Очень хорошо получился КамАЗ у звезды. Реально достойная модель. Но это пока что я сужу по кабине. В следующей части буду собирать кузов, тент. А потом уже самое сложное ставлю под конец, это раму. Кабину собрал, но как видите, собрал ее по частям, чтобы было удобно красить. Сиденье все это я не приклеивал, все снимается. Двери тоже не приклеивал, просто вставил, посмотрел, как садятся в пазы, как все крепится. Очень, очень впечатлен моделью. Собираю и Урал. Урал мне очень нравится, но КамАЗ. КамАЗ мне понравился еще больше. Не примите, друзья, за рекламу. Просто я делюсь своими впечатлениями. Реально хорошая, достойная модель. Так вот все проработано. И печка, педали, панель очень достойно смотрится. Вот реально. Собирал модель, и она доставляет удовольствие в сборке. Довольно неплохо проработана кабина. Ну, теперь уже буду кабину красить, а после этого соберу заднюю спинку. Буду в светло-серый красить. Бока кабины тоже в светло-серый. Крышу также в светло-серый. Но это буду уже смотреть по инструкции, по фотографиям. Задувать в черный. Двери в черный. Все это вы увидите на видео. На этом, друзья, буду заканчивать эту часть. Всех благ вам, вашим близким. Кому интересно увидеть продолжение, оставайтесь на канале и следите за выходом следующей серии. До новых встреч, друзья!